ребят, снова мы в ашраме у нас. И у нас сегодня Шанг Пракшалана день. День очищения кишечника. Давайте пойдем вместе со студентами, сделаем эту удивительную, простую, но в то же время очень серьезную, мощную такую процедуру, когда ты пьешь соленую воду, после этого выполняешь всего лишь 5 упражнений, и у тебя очищается кишечник. Давайте мы посмотрим, как это все происходит. Вначале Гуруджи делает воду. Вода делается порядка 1 литр воды кипяченой и 1 столовая ложка соли. Ну, просто Гуруджи это делает уже практически каждые 2 месяца, поэтому он делает это на вкус, просто добавляет соли на вкус. А если вы это делаете сейчас, вот, то, пожалуйста, делайте на литр теплой кипяченой воды столовая ложка соли. С горкой, без горки, неважно, не парьтесь. Добавьте столовую ложку соли. Я пошел помогать, пока. Ребят, после того, как вы выпили воду соленую, вам нужно выполнить несколько очень простых упражнений. Первое упражнение – это обычная поза дерева. Тадасана. Встали, на вдохе, потянули, потянулись и постояли. Молодцы, замечательно. Теперь мы делаем, это просто такие, как потягушки. Не нужно делать ничего, все будет нормально, не без страха, все выполняем. Следующее упражнение, та же самая тадасана, та же самая поза дерева, но только с наклонами в левую сторону, в правую. Начинаем всегда в левую. Замечательно. Следующее упражнение – это такой верхний скрут, верхнее скручивание, когда мы не двигаем таз, но при этом двигаем верхнюю часть туловища в левую сторону. Замечательно, молодцы. Следующее упражнение, которое называется нижний скрут. Вот мы делаем такое упражнение. Ноги ставятся чуть-чуть шире ширины плеч. Вот, смотрите. Да? Вот так. Теперь левое колено идет к левой ноге. Вот так вот. И чуть-чуть вот это вот бедро поджимает здесь живот. Подъемчик в правую сторону. Вот. Но это упражнение можно делать
можно просто сесть так вот на пол и подтянуть ногу вот так вот. Левую сторону, правую сторону. Правую сторону. То есть это для тех, кто старенький. Вот. А для всех остальных, молодых и красивых, выполняем вот такое упражнение. Несколько разиков выполняем. И теперь выполняем последнее упражнение. Выполняем последнее упражнение. Такая треугольная кобра. Когда мы становимся, руки, ноги расставляем широко. Мы так вот становимся вот такой вот. Можно поднять колени. Вот так вот. И начинаем. С левой стороны смотрим на правую пятку. С правой стороны на левую. С левой на правую. С правой на левую. Вот. Для тех, для кого это тяжело, для более пожилых, вполне нормально стоять на коленях. Вот так вот. Не обязательно подниматься. Тоже начинаем с левой стороны. Смотрим на правую. Правую смотрим на левую. С левой стороны смотрим на правую пятку. Задача здесь, ребята, почувствовать вот такой подтянушку вот в этом месте, в этом месте. Все, вот мы сделали сейчас один цикл этих упражнений. И мы сейчас разика три пройдемся по вот этим вот циклам. Да? Первое упражнение, которое мы делаем, его можно вот так вот сделать, можно походить. Вот так, походить чуть-чуть. Сделали вдох, выдох, потянулись, вот тут подтяжечка должна быть, выдох, подтяжечка, о, я сделал в левую, извините, в левую сторону, начинаем в левую сторону, вот сюда, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, левое плечо нажали, потянули, вот здесь вот потягушечка, правую сторону, потянулись вот здесь вот, почувствовали такую потягуху, пару разиков, тщательно нижний к левой ноге. Ощущений вот я не чувствую, ну там где-то может быть чуть-чуть бурчит, вот, поэтому мы идем, выпиваем еще сейчас две чашки воды и продолжаем снова делать это упражнение. Пойдемте. Yeah, thank you.
Та ничего. Ласю. Все, пьем небольшими глотками. Небольшими глотками. Все, ребят, давайте. Выпиваем два стакана и возвращаемся к упражнениям. Давайте увидимся позже. Мы, ребята, заняты другим. Все, теперь что вы делаете? Вначале выпиваете вы 3 стакана вот этой вот воды и делаете упражнение. А после этого выпиваете стаканчик и снова делаете несколько раундов упражнений. Вот этих вот. Снова стаканчик, снова несколько раундов. Что-то у меня там начинает бурчать. Все бурчит. С наклонами теперь. В левую сторону все время. Почувствовали такое. Так, теперь верхний скрутик. Бурчит уже, живот бурчит во всем. Удивительно, да вот как простые упражнения такие рефлекторно открывают все сфинктеры. Создают разные такие давления там в разных участках. Прям подтянули колено вот сюда, к планкам. Все, и делаем. Расставим ноги. И посмотрели сюда. Посмотрели сюда. Посмотрели влево. Можно еще кружочек пройтись. Просто я уже почувствовал, у меня там бурчит все. Вот. Давайте я-ка пойду. Пойду-ка я схожу туда, куда надо. Вот, у меня там бурчит уже вовсю. Все, ребят, и так вот вы делаете. Вы сходили в туалет, вернулись, выпили стаканчик, снова сделали это упражнение. Вот, снова сделали. Вот, когда захотели пойти в туалет, сходили в туалет. И вы сами контролируете продолжительность шанг пракшаланы. Вот. У нас считается, что до чистой воды. Вот. А когда прошла чистая вода, все, вы просто перестаете пить. Не нужно вызывать рвоту, ничего не нужно. Нужно просто остановиться, пойти лечь, полежать, еще раз несколько раз ходить в туалет и все. И не нужно там рвоту вызывать. Там некоторые школы учат, что нужно рвоту вызвать. Не нужно.
Все нормально. Вот помните, что вам нужно укутаться во что-то теплое. Оденьте теплые носки, залезьте под одеяло после шанг-пракшаланы и отдохните сегодня. Давайте, пока, увидимся позже. Так, ну все, ребят, наверное, нужно заканчивать, потому что я уже выпил порядка 12 стаканов воды и уже раз в 5, наверное, сходил в туалет. Вот, и буду продолжать еще ходить, то есть я продолжаю делать упражнения, чувствую позывы на низ и иду, и, в общем, дождусь, когда будет чистая вода, и перестану делать упражнения. Все, давайте, всего хорошего. Вот, в общем, у нас тут такая погода, надеюсь и желаю, что у вас тоже такая. Тепло, а утром очень хорошо, вот сейчас очень, ребята, классно. Днем жарко, конечно, уже так припекает солнышко, а вот именно сейчас, вот утром, абсолютно замечательная просто погода, просто великолепная, я бы даже сказал. Все, давайте, пока, всего хорошего.